Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор натурального масла абрикоса 10 грамм. Очень часто при выборе базовых масел для своей рецептуры вы задумываетесь, какой подойдет именно вам. В косметологии существует четкое разделение в применении масел для косметики. Одни масла предназначаются исключительно для жирных, другие для сухих. Но если у вас нормальный тип кожи, обратите внимание на универсальные масла, которые подойдут всем. Одним из таких является абрикосовое. Косметическое свойство масла абрикоса таково. Отличное смягчение и тонизирование. Повышает синтез коллагена, улучшает цвет кожи. Увлажняющий эффект, регенерирует, заживляет трещинки. Устраняет мимические морщинки, снимает воспаление. Масло абрикоса, косметические свойства таковы: увядающая, детская, дряблая, чувствительная кожа, дерматит. Применение масла абрикосовой косточки в косметологии – это база для антицеллюлитных средств, косметика для малышей, шампуни, кондиционеры, скрабы, косметика для личной гигиены, гидрофильные масла, маски, крема, мыло. Купить масло абрикоса можно у нас. Вот такой бутылочке мы отправляем масло абрикоса нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!